Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Я один, поэтому не так хорошо снимается. Номер 503. События дня. Эпиграф 1 Коринфянам 15:13. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. За 28 апреля 2017 года. И вот такой вот ролик выпустили. Артур там Алехин выпускает. Община Игнатия Лапкина, двоеточие. Никита Колесников. Об Никите Колесникове. Вот можно прослушать, посмотреть. Дальше Сергей. О духе лжи. Наша беседа с ним. Вот, как выглядит. Разбор ролика Романа. Дальше. Собрание воскресное. В болящий Игорь. Прямая связь с Воронежем. Вот сейчас попросил Сергей Козлов, чтобы воскресенье также сделать, чтобы он как участник был с нами. Ну, не знаю. Сумеем, нету. Никита уехал, аппаратуру увез. Сегодня все утро звоню. А сейчас вот уже первый час дня, а я все еще договариваюсь. У Сергея не работает, не тот модем. Другие хотят сделать, но это будет дорого стоить. А так как же-то бесплатно? И чтобы на весь экран было видно, по телефону могут сделать, а не по телефону. Ну, как будто бы договорились. Профессиональный программист. Я говорю, только не забудь завтра, чтобы было это. Батюшка как раз привез в письменном виде это принятие в общину Козловых. Сергея парализована, и мать его Татьяну, и бумагу привез. Я даже не знаю, посылать, не посылать, адреса точно не знаю. Александр Марьясов, Игнат Тихонович, я смотрел ваш с братом ролик, понравился. Только печально то, что происходит с братом во Христе Романом, именно который впереди ролик. И я поддерживаю каждое сказанное слово вами. Печально, если не встретится брату Роману человек, которому он поверит, что земля, она действительно шар. Пусть не совсем ровный, но шар. Да не в шаре делать, это дух лжи, подсаженный к человеку. Я сразу сказал, притом не, что там жил он у меня бы год какой-то. Я сразу сказал, любая ложь тебе будет присыхать. И вот после этого прошло немного времени, я уже не знаю, например, уже три момента, где он услышал ложь и сразу ее принял. И книга Еноха сразу прилипла. Там Славик Крашенинников, Стерлигов, это самые лжецы, они на него выходят, дух, это дух лжи, они никак не понимают, обижаются. И когда человеку скажешь, он, а ты сам дурак, вот такое и здесь тоже, а ты сам одержимый, ну, могу и не говорить, но кому это непонятно, что там, стены, лед, птицы летают, и океан задерживается, ну, то есть, даже бреднёй назвать нельзя. Андрей Рогачевский, мир вам, Игнатий Тихонович. Почему а здесь, не знаю. Может быть, не знает, а может быть, ошибся. Тихонович. Благодарю за духовную и просвещающую заботу. Ролики просматриваю почти все. За Романа страшно. Глаза у него какие-то неестественные. Когда бес сеет эту неправду через его уста. Ну, что есть, то и есть. Я еще раз говорю, я ничего не придумаю. Ни глаза ему не подкрашиваю. Ничего. И видно, что он укоряется в этом. Помоги ему, Господь, побороть этого духа. Да укрепит вас Господь на пути познания и просвещения Божьим Словом. Если видно, здесь мягкий знак поставить нужно. Божьим Словом. И крепости вам телесной. Как раз мне вчера вопрос задали, чтобы я дал рецензии или ответ, комментарии на фильм, который называется «Молчание». Себе зарядите, там про иезуитов, как они в Японии проповедовали, как там было, что. И просто зарядите в Ютубе или даже можете в Гугле, она найдется там «Молчание», «Silence», «Молчание». И посмотрите, но я уже ответ уже даю. Анатолий пишет «Здесь, здесь». Слушал и не задался. Я его спрашиваю «Кто здесь есть?» Микрофон отключен, поэтому не откликнулся. Спаси Христос, слава Христу. Видите, я даже такое печатаю. Вчера я отмечаю братьям в Потеряевке. Вот наша простая переписка, она в себе тоже несет что-то. Некоторые ничего не знают.
в городе живет, встал, отряхнулся, ни с чем не связано. Смотрите, как в деревне. Мир вам, дорогие наши братья в Потеряевке. Вы есть те самые, кому я могу обращаться завсегда и практически только к вам. Надеюсь на быстрое исполнение, потому что у вас нет хозяйства, и вы более свободны. Это Владимир, Никита и Роман. Я хотел поговорить относительно Южного пруда, где самые красивые берега. В Березе сторона, в Осине сторона, плотина, на выходе клен. Как хотели, так и получилось. Вот только экскаватора не нашли, не нашли нигде. Это впереди будет, может быть, когда пруд полностью высохнет, чтобы углубить, ну, метра на два, что вполне выполнимо при экскаваторе Драглайн. Вот кто знает, где Токол Алтая, нам надо его. В прошлом году бы здорово получилось, а нынче уже там вода и не знаю как. Сейчас нужно посмотреть, с какой стороны замкнуть вал вокруг пруда. Ибо там два прохода оставлены со стороны железной дороги, куда бы вода заходила. То есть окружена валом, но два прохода сделал. Нужно срочно посмотреть, по какому проходу больше поступает воды. Весной тот и оставить. Там солома есть, нужно забрасывать глиной проход почти среди деревьев. Хотя бы на метр поднять вал из соломы с глиной, мешать и долбить трамбовкой. И когда вода уйдет с проходов этих, тогда начинать делать. Конечно, если бы удалось это сделать прямо сейчас, бросать глиной в воду и вал сделать, пока вода не вышла по этому проходу в околок. Вода уйдет сразу же без вала этого запора, который нужно сделать только после получения себе ответа, какой же проход оставить. Мы так делали на Костровом и на Храмовом прудах. Это тут необходимо быстро сделать. Городскому жителю что накажешь, что ничего у него нету. Володя, ты главный в этом деле, и побуждай, чтобы вам, братья, помогли это сделать. И это сделать уже как можно скорее, пока вся вода оттуда не вышла. Иначе она выйдет, и там будет мало воды. Это один вопрос. Насчет того, что нужно найти лучший проход. Оставить ширину не больше метра полтора. Ибо этого вполне достаточно будет, так думаю. Можно и на 2 метра. В большем не нуждается. Один же проход совершенно заложить. Нужно там посмотреть, откуда вода поступает. Как-то бросить бумажки, посмотреть, как плывет. Замерить уровень воды, глубины, какой глубже. В самом проходе, какой глубже, тот и оставить. А какой мельче, значит, туда труднее, выше подниматься в воде. Это сделать нужно как можно скорее. Это совсем немного займет у вас времени. Не копать траншею, а вниз сталкивать глину. Толкушки возьмите и мешки с соломой, и больше ничего там не надо. Выше метра не поднимается вал. Может быть, на уровень плотины вал поднять, а больше и не нужно будет. Вода покажет примерно какой уровень хотя бы. Тут целую операцию сейчас сделать нужно по доказательству, что купаться в первую очередь на этом южном можно. Здесь мы купались когда-то в начале мая. Нужно сделать не позже, как сегодня, завтра. В воскресенье это уже нехорошо. Принести туда лодку. Может, это и воскресенье сделать. Там старшим над этим озером поставлены саки. Ему напомнить о том. Степу возьмешь с собой, только мальчики, чтобы были. И кто-то из вас взрослых будет на лодке, кто-то снимает. А кто-то купаться будет, может. Самый крепкий. Никиту Колесникову воду не запускать, ему пока это вредно. Озерко Южный, самый ранний прогрев, неглубокий. Здесь нет ветра и защищена со всех сторон. Можно купаться на месяц раньше. Но это надо будет подготовить. Как и где из пруда выходить, надо будет определить, наверное, когда я приеду на 14 мая. Но это нужно сделать сразу. И ролик ты, Володенька, все снимай, абсолютно все. Не понимаю, что я тут как бы скрыл его. Ролики хорошие, только не дергайте камеры. Возьмите с собой метры и везде глубину замерить. И говорите, на каком месте и как ты заметил. И покажи, где ты этот замер глубины. Напротив чего? И показать, чтобы я понял, где у нас место, какое примерно. И где надо, надумаете, искупаться, глубину замерить в разных местах и показать. Комментируйте, от берега такого-то или от берега обратного, от железной дороги. От берега до деревни, от берега с противоположной стороны. И на сколько метров от берега и какая глубина будет. Видите, опять же, это человек услышал, он будет выполнять. А городской еще будет выполнять. Как заходишь на веранду скворечника, то наверху виден метр, полторашка.
полтора метра. Это сделать надо быстро, буквально сегодня показать, что искупаться. Тоже число должно стоять у нас именно это апрельская дата. Там очень было, быстро прогревается вода, теплая вода в это время уже. Что сделать на пирсе там, как подходы, чтобы ноги не были грязные, это мы подумаем. Володя, там в лодке будет, рядом кто-то, чтобы снимать. Вы почаще заглядывайте на свои ресурсы. Здесь я сам выправляю. Я в моем ру сбрасываю иногда или в скайпе. Я говорил Никите, что где у Романа потребуется там огород собрать, сучки, никуда не возите, а в противоположную сторону, со стороны пруда, на участке, там вал сделать, а потом ограду ему нужно сделать. Я ему сказал, где взять вот у вас. Заходишь, заезжать к нам на саманной-то, и слева, как обернешься, ограда, и отмерить ему этот огород. А где у нас там поворот, и все, и остальное отдать ему. Машину туда загнать или трактор пусть тащит, тополь за трос, хотя бы с половины тополя. И это тоже надо, пока у нас нет там картошки. А то потом и не пройдешь по картошке-то. Надо подумать, на какую сторону летит валить. Вот так. Желательно гусеничный, но веревками помогать. С этой стороны, куда свалить, там сделать на тополе зарез треугольником. В огород трактором. Или как по-другому, пока не знаю. Обязательно дайте мне знать, что вы получили это письмо. Если я на звонок позвоню Володе, то не надо сразу выходить на меня. Если мне нужен ты, то я еще раз позвоню, а то и три раза буду звонить. Означает, обратите внимание на написанное в Mail.ru или в Skype сразу. Пащенко Владимир. Буска что-то рычит. И убегает от белой. Аж в неистовство приходит, когда белая к ней подходит. Нас сегодня разбудили 4:38 криками своими. Хороший будильник. Да, спаси Христос, Игорь все привез. Ну, там морковку я посылала. Их морковка оставленная. Лук. Ну, кроме этого там купили рыбы, я все отослал. Игнат Тихонович, я белую стал упускать. Она от дома далеко не отходит. А буску когда упускать? Видите, какое послушание. Я отвечаю, в понедельник или воскресенье, завтра, чтобы можно было за ней понаблюдать. Сначала откройте отдушину только на веранду. И на улицу не выпускайте в течение дня. И кормить снова же в комнату. И чтобы было куда исходить. И был свободный вход в подпол и в дом. А во вторник можно будет снова дать ей выйти на веранду. И чтобы там были белые, открыта дверь веранды. Буска выйдет не сразу. Комнату закрыть. А дверь веранды оставить открытой подольше. И чтобы она могла ознакомиться. И потом уже выпустить только через подпол веранды. И туда бы она потом и заходила. Буску приучи подходить к себе. Для этого бери всегда от рыбки кусочек и зови Буска ко мне. И дай ей съесть. И гладь. И тогда говорит, хорошо, Буска, ко мне, хорошо. Володя Пащенко, понял. Спаси Христос. Бикник какой-то, кто такой, не знаю. Пишет, спаси Христос. А он, значит, Роман сейчас уже покинул Потеряевку? Вразуми Господь бедного Романа. Ролик Романа подтверждает слова святого Илария Пиктовийского о том, что Писание не в чтении, а в толковании. А толковать можно или в Духе Святом, как у отцов, или в духе лжи. Вы согласны? Конечно, согласен. Юрий Соболев. Мир вам, дорогой Игнатий Тихонович. Я понял вчера, прочитал ваш ответ. Еще раз благодарю. Написать хотел о том, что вчера вновь был на наших занятиях супер-еретик, лже-эговист. А я говорил об этом в фильме «Житие святого Маркелина» показал. Я все сделал по вашему совету, начиная с молитвы. Весьма действенно. Ну и сестры, коих у нас, как и вообще в церкви, большинство, внесли свою лепту. Но говорить о полной победе все же рано. Не хватает вашего знания, писания и опыта. Но на то и опыт, приобретаемый временем. Опыт крещения огнем. Ибо это на самом деле испытание. Побуждающее глубокому изучению слова, закрепляющее в беседах с иноверцами. К слову, вчера, уже вечером, увидел новый ролик отца Владимира Головина,
котором он сравнивает протестантов с кастратами. Да, мы православные грешные, но мы в церкви. И у нас есть сила духовная. А они хорошие, но потомства у них нет. Кастрированное христианство. Хорошая метафора, как мне думается. Вот теперь я объясняю это, обыгрываю. Метафора-то хорошая, но и не наша она. У меня в книгах это говорится и многократно, как и названы кастратами. Но это же только о монахах. О монахах. Я еще могу сказать, сколько раз о словах кастраты встречаю. Я выписал сейчас из своих книг. Ой-ой-ой. Какие же они кастраты? Сколько осталось, которые обратились через проповеди Билли Грэйма, Ярла Писти. Да и тут, я знаю, есть такие у них. Но они не церковь. Это правильно. Не церковь. Потому что нет рукоположенного паспорта. А я сразу вставляю ответ. Зеркало и обезьяна. Мартышка в зеркале, увидя образ свой, тихохонько медведя толк ногой. Смотри-ка, говорит, кум милый мой, что это там за рожи? Какие у нее ужимки? И прыжки я удавилась бы с тоски. Куда бы на нее, когда бы на нее хоть чуть была похожа, а ведь, признайся, есть из кумушек моих таких прилавок кривляк 5-6. Я даже их могу по пальцам пересчесть. Чем кумушек считать, трудиться, не лучше на себя кума оборониться. Ей Мишка отвечал. Но Мишенькин ответ, совет. Так, чем кумушек считать, трудиться, не лучше на себя кума оборотиться. Ей Мишка отвечал. Но Мишенькин совет лишь попусту пропал. Таких примеров много в мире. Не любит узнавать никто себя в сатире. Я даже видел вчера, что Климыч на руку не чист, я это знаю. Про взятие, про взятки Климыча считают, а он украдкой кивает на Петра. Вопросы. В чем разница между обетом священника, монаха и клятвой, которую запретил Христос? Ответ. Сам институт монашества, сами монастыри не имеют никакого обоснования на Слове Божьем. Это всего лишь молчаливый, совершенно не евангельский протест против Слова Божия, хотя мыслится как протест против обмерщения церкви. И когда сегодня берут интервью у настоятельниц монастырей, у епископов, как они дошли до такой жизни, и они умиленно говорят, что таким образом желали послужить Богу и людям. Как смешно это считать. Ни одного шага и ни одного слова здесь нет правды. Все ложь. От мира не отделились и стали потребителями. И очень часто просто паразитируют за счет других. Как говорится на Стоглавом соборе под председательством Ивана Грозного Игнатия. Брянчанином, возвратившись из инспекторской поездки по монастырям. Так. Он пишет так. Заботится о том, что в монастыре были школы проповедников, и в дальнейшем бы снабжали их всем необходимым. А их птенцы разлетались бы по всему свету, неся благую весть. Моно значит один. Означает то, что у тебя нет семьи, и твоя забота об одном. Это на Стоглавом соборе Брянчанинов Игнатий говорит, возвратившись из инспекционной поездки по монастырям, с огромным разочарованием подводит итог на всю Россию, едва ли 5 монастырей, которые соответствуют своему назначению. Я на то заботился о том, чтобы монастыри были школой проповедников. В дальнейшем же снабжали бы их всем необходимым, а их птенцы разлетались бы по всему свету, неся благую весть. Моно значит один, означает то, что у тебя нет семьи и твоя забота об одном. 1 Коринфянам 7, 32-34. Сегодня смотришь на тех, кто принял монашество, какие они нежизненные, как будто в день принятия обета монашества их кастрировали и телесно, и духовно. Привыкли жить беззаботно,
привыкли жить беззаботно. Все от архиерейской длани ждут, столуются. Как у пророка Даниила жрецы из-под стола вылазят. Даниила 14:4-15. Каждый монах должен так работать, как будто у него 10 детей и жена на иждивении. А они спят, как едят как в прорву. Спят и едят не без охороты. Очиститесь. У Аввы Дорофея жить. Учитесь. То есть у Аввы Дорофея многому можно научиться. И хороший посыл. Так, теперь у меня многое здесь взято по... Я буду беседовать с Юрием. Тема такая. Именно вот о монашестве. Так, теперь нам нужно посмотреть наши ресурсы. Наши ресурсы. Значит, что у нас тут? Это мой мир, я очень люблю. Намного лучше контактов там, которые я знаю, ресурсы. Дальше, что у нас? Это мой мир. Вот как я выгляжу здесь. Мой мир. Андрей Недоступ обрабатывает мои ролики. Молодец. Второе, это наш православный форум. Больше ничего не написано. Игнатия Лапкина. Здесь вот впереди написано новое сообщение. То есть нажать на него, новое сообщение. Сейчас ты уже на берегу. Так. Это наш форум. Кроме того, кроме форума, у нас есть еще и YouTube-канал. На нем 7027 роликов. Очень много. Это очень много. Заголовки только считать надо год. Ну и дальше. Во свете Библии православный библейский сайт. И вот с этого сайта теперь вот вопросы-ответы. Я беру часть вопросов, и тут мы их озвучиваем. Внутренний мир человека. Это у нас уже почти закончено. Так, это что еще? А вот русский. То ли русский язык, то ли еще. Вот первый вопрос. О имени великом почему-то задали вопрос. Вопрос 743, второй том, «Открытым оком». Вы доказываете, что богослужение должно быть на русском языке. Удалось ли вам добиться этого в своем храме? И как на это смотрит ваш правящий архиерей? Не отлучит ли он вас за это от церкви? Видите, какая опасность. Ответ на нашу просьбу. Наш архиерей дал нам предисловие 3 года на эту тему не заводить разговоры. И мы... Так, вынесли. Теперь посмотрим, что просим нами просимое. Вот одно из наших писем ему, нашему архиерею. У кого-то еще подобное возникнет. Для чего читаем-то? Чтобы набирались опыта. Опыт ничем не заменишь. Правящим архиерею, преосвященнейшему епископу Евтихии Шимско-Сибирскому. Дорогой владыка, прошло 3 долгих года ожидания, 12 марта 1999 года, когда исполнился срок, наложенный вами на общину епитимии, а чтение при богослужении у нас по Библии синодального перевода 1876 года, по Риме, Псалтыре, Евангелие и послание. Так. Может и не случайно, что именно сегодня, в эти дни, по всей России празднуется память равноапостольных, просветителей, миссионеров святого Кирилла и Мефодия. Идут празднования славянской письменности и кирилловских чтений. И совсем не случайно, что великий праздник Святой Пятидесятницы совпадает с нашим томительным ожиданием от вас положительного ответа разрешения просимого нами. Святой Кирилл и Мефодий разрубили цепь трехязыковой ереси. Немецкие епископы запрещали богослужение и перевод на славянский язык, считая священными языками только еврейский, греческий, латинский языки. Разрушьте же, владыка святой, узы 4-языковой ереси, сковавшие умы русского народа.
закрывший ему доступ к чистому разумению Священного Писания. 23 мая 1999 года. После божественной литургии все прихожане были спрошены. 3 года мы постоянно молились, чтобы епископ Евтихий расположился к русскому языку, разрешил просимое нами. Кто верил, молясь, что просимое будет даровано? Из 70 присутствовавших только один сознался, что сомневался, а остальные, по слову Златоуста, согласились благодарить Бога, как бы за полученное нами. Дорогой наш архипастырь, смилуйтесь над нами. Это будет, быть может, лучшим вашим поступком, решением, памятником любви к посомам. Так. Теперь снова. Это что у нас получается? Вопрос 1527, 6 том, «Открытым оком». Христианство на Руси отметило свое 2000-летие, а Библию на русский язык перевели лишь в 1876 году. И притом столько было препятствий этому со стороны церковников. И даже когда перевели и утвердили синодом этот так называемый синодальный перевод, по сию пору не разрешают библейские тексты считать по-русски в православных храмах. Есть ли еще где на земле, чтобы так люто ненавидели стариковники Библию, не дозволяли понимать ее в храмах молящимися? И получили веру из Греции мы. Там то хотя бы лучшее дело обстояло. Так. Лучшее дело обстоит. И почему они нашим не подсказали, чтобы русские на понятном языке вели богослужение? Мне трудно очень считать. Вот я бы лучше так показывал Библию. Показать и вижу плохо, и голос такой. В 1736 году Константинопольский патриарх приказал в своем указе сжечь все переводы Библии на понятном греческом языке. Чтобы не впадали нехорошее там. И вот дальше говорится все, кто, что, как по этой теме работает. Вот это кончился ролик. Я насчитывать не могу. Так, сейчас мы заберемся еще один вопросик. Вопрос 743, второй том. Вы доказываете, что богослужение должно быть на русском языке. Ну, это то же самое, вот оно где. Почему, видите, как перевод. Вы доказываете. И вот о русском языке последнее. Русский язык – это основа. Вопрос 1527, 6 век, открытым оком, 6 том. Христианство на Руси отметило свое тысячелетие, а Библию на русский язык перевели лишь в 1766 году. И притом столько было препятствий этому со стороны церковников. И даже когда перевели и утвердили синодом этот так называемый синодальный перевод, по сию пору не разрешают библейские тексты считать по-русски в православных храмах. Где ли есть еще так на земле, чтобы так люто ненавидели церковники Библию, не дозволяли понимать ее в храмах молящимся? Мы получили веру от Греции. Там хотя бы лучшее дело обстоит-то. И почему они нашим не подсказали, чтобы русские на понятном языке вели богослужение? Дескать, у греков-то совсем хорошо, они по-гречески. Оказывается, кое-чего мы не знаем. Сейчас мы как раз это проходим. Почему же они хотели знать Библию?
Только потому, что Библия обличает всех архиереев и попов, и их веру. Против Библии на родном языке воевали не только у нас в России, уничтожая новые переводы Библии, как у профессора Павского, но и в самой Греции. Вот как плохо, еще не вижу. Прошу прощения. Эта страница нам известна ли? Первый раз ее перевели на понятный живой греческий язык только в 1630 году. Этот великий труд был окончен Максимом Каллиполитом, греческим монахом из города Каллиполь, покровительством монарху-патриарха. Константинопольский Кирилл Лукарев, желавший оживить церковь, застывшую в кошмаре обрядоверия и предрассудков невежести. Но даже у патриарха было много противников среди архиереев. Патриарха задушили. Вообще весть неслыханная. Но у русских-то оно немного лучше. Главного переводчика тоже. Так. Патриарха задушили, как и изменившего самому православию. Еще удивляться, что японцы там другие борются. Потому что это вмешательство чужого бога. Так, Лукарис этот. Церковь, застывшую форму. Но даже у патриарха было много противников среди архиереев. Патриарха задушили. Не меньше того. Но спустя 34 года Синод постановил Священное Писание. Должны считать не как... Как Синод... Читать не все, кому заблагоразумится, не всем, а лишь тех, кто проницает глубины духа, преодолев необходимое исследование. То есть не народ может читать, не только народ, только иное. Не может читать только попы с архиереями, и при том только очень образованные. В 1703 году нашелся еще один энтузиаст, греческий монах Серафим. Он описал в прологе всю свою печаль, что важному доброму христианину необходимо читать Библию. И он упрекал архиереев в желании скрыть свое недостойное поведение. Держа людей в неведости. Серафима арестовали в краю. Так. Арестовали в России уже. И он так и умер в далекой Сибири. В 1735 году за верность Библии. В 1836 году Константинопольский патриархат приказал в своем указе сжечь все переводы Библии на понятном греческом языке. Ой-ой-ой, не могу места найти. Но опять появился человек мужественный и очень грамотный. Неофит Ваммос, прекрасный лингвист, библеист, понявший, что в темноте народа и в его абсолютной безграмотности духовной виновна только православная церковь. Пришел к такому выводу. Полный перевод Библии был опубликован в 1850 году. В этом ему не помогла православная церковь, а помогло только британское библейское общество. В 1833 году православный епископ от острова Крита предал сожжению. Найденные им новые заветы. Найденные книги безжалостно уничтожались лютыми врагами в церкви. Настроенные против перевода Паллиса студенты, изучавшие богословие, взбунтовались. Во время смуты было убито 8 человек, и правительству пришлось уйти в отставку в 1991 году. Запрет на использование Библии на родном языке у греков был отменен только в 1925 году. Ну, больше у меня тут ничего нету, как будто. Совершенно не могу считать. Это что? Да, больше нет ничего. Ну, все пока на этом.